федеральный проект «Стоп-спам». Вы стоите не по правилам за знаком пешеходная зона. Вы не могли перепарковаться? Да. Пешеходная зона. Да. Дальше. Нет. Вот это знак. Пешеходная зона. Знак действует вот по этому поребрику и до знака. Наискосок. А какая у вас служебная необходимость включать маячки? Вы бандитов ловите, да? Нет, мы обеспечиваем безопасность. Это не причина, это у вас этот, не причина включения маячков. Машину где-то нам надо поставить, правильно? Пожалуйста, есть тут место парковка, есть. Вот. Тут место есть, пожалуйста, ставьте. Обеспечивая безопасность, вы не имеете права включать продуктовые маячки, если вы не ведете оперативные какие-то... Если вы преследуете преступника или еще что-то, тогда да, вы можете... Вот эту информацию вы откуда взяли? Откуда? Это закон такой. Вы какой закон? Назовите его номер. А, зачем? Вы сами должны знать. Ну, так, если вы утверждаете, что это закон... Вы знаете, что вы сейчас нарушаете мои конституционные права? Вы мои тоже нарушаете. Какие? Вы при сейчас исполнении. Да, при исполнении. Эта камера, у вас право. Телефон имеет табельную принадлежность? Знаем, сейчас мы зафиксируем время. И напишем заявление начальнику управления ГИБДД по Республике Карелия. И узнаем, какая у вас служебная необходимость была. И потом уже он решит, что делать. Потому что это превышение должностных полномочий, если вы стоите с включенными маячками, мешаете проходу пешеходов, и при этом пользуетесь вот этим правом, что вы сотрудник полиции и можете стоять. Да, можете представиться? Конечно. Представьтесь, я к вам обращаюсь. Когда я к вам обращаюсь. Статья 5, пункт 5 закона о полиции. При обращении гражданина к сотруднику полиции, я гражданин, 14 лет я гражданин. При обращении гражданина к сотруднику полиции, сотрудник полиции обязан представиться и внимательно выслушать гражданина. Представляйтесь, пожалуйста, я жду. Лейтенант полиции Макаров, вы представьтесь. Макаров? Да. Приказ служебной необходимости стоять на пешеходной дорожке с включенными маячками у этого автомобиля. При исполнении служебных обязанностей это не служебная необходимость. Сейчас государство бейсбольной битой бить стекла, когда не туда встало. Больше никто никогда никуда не встанет. А вообще вы считаете, правильно мы делаем? Конечно, правильно.